Итак, приветствую вас, уважаемые читатели и зрители интернет-ресурса megaobzor.com. На прошлой неделе нам дали интересный девайс. Это Sega Genesis Gopher Wireless. Это единственная лицензионная портативная консоль в России. И, естественно, отказать себе в удовольствии протестировать консольку у нас не было ни сил, ни желания. То есть, помнится, лихие 90-е, когда появились первые приставки Dendy, в то же время появились чуть позже и приставки Sega. И когда мы с друзьями собирались перед телевизором и проигрывали все, весь вечер, весь день напролет, проходя игры такие, как Chip and Dale, там Mortal Kombat, естественно, и много-много других. Ну и, конечно же, танчики и Марио тут далеко не ушли. С появлением Sega здесь у нас появился тот же Sonic. Игры стали немножко интереснее по графике, но в целом примерно не очень так уж и сильно отличаются от Dendy. Та же атмосфера, тот же интерес и та же увлеченность. Особенно в то время, если вы его застали, тогда мы еще не были искушены той красивой графикой, которая сейчас есть на компьютерах, которая приближается уже к фильмам и даже в чем-то все это дело обходит. И у нас вот есть такая вот консолька. Стоит она всего 1800 рублей. И вот на самом деле для тех, кто желает поиграть в игры Dendy или Sega, или ту же Sony PlayStation, есть несколько вариантов. Это покупка настольной консоли, то есть вы привязываетесь к розетке, подключаете к телевизору, играете на джойстиках. Но тут есть минус, нужно идти и покупать картриджи. Не везде их, во-первых, легко достать, и не факт, что вы найдете нужную игру. Ну и чтобы собрать коллекцию, все-таки придется потратить еще немалую сумму. Есть у нас, естественно, эмуляторы. Этим эмуляторам, если я не ошибаюсь, уже почти больше 10 лет. То есть я и сам их, в них играл, в этих эмуляторах. То есть также игры играли, но, к сожалению, здесь есть минус. То есть на клавиатуре получить то удовольствие, которое дают джойстики, нельзя. Естественно, можно, конечно, купить джойстики, но это дополнительная проблема с совместимостью, хотя сейчас все решаем. Но вот все-таки хотелось бы иметь вот такой вот портативный вариант, как Sega Genesis. Я, кстати, узнал вообще об этой консоли только недавно, буквально неделю назад. То есть я даже не думал, что в таком формате будет создана 16-битная консоль. А этой консоли, если я не ошибаюсь, уже более 3-3,5 лет. Вышло несколько модификаций. У нас, кстати, версия одна из последних. Здесь обновился у нас процессор, чуть-чуть постабильнее стала система. И доступно на рынке, кстати, несколько вариантов. Несколько вариантов по цветовому исполнению и несколько вариантов по наполнению. То есть есть вот у нас 20 игр, и есть одна версия посерьезнее, она чисто черная, там уже игры посерьезнее закачаны. По сути, все игры вы можете скачать без проблем с интернета, с официального сайта, с любительских сайтов по Sega. Таких сайтов на самом деле очень много, то есть найти любую игру вы сможете. Что мы получаем в комплекте? Во-первых, консолька поставляет такой вот прозрачной упаковочке, здесь можно рассмотреть саму консоль. На обратной стороне есть информация по играм, которые здесь установлены. Есть отметка о поддержке карточек и поддержке технологии FireCore. FireCore добавляет дополнительную яркость и сочность картинки, то есть и у нас получается игры более приятно выглядят. Есть у нас инструкция по эксплуатации, прошу прощения за голос, немножко простудился. Есть у нас такой вот чехольчик здесь с ремешком, то есть можно без проблем носить. Чехольчик у нас из бархатного материала, то есть не пачкается, оранжевый в цвет консоли, то есть чехол отличный. Есть у нас наушники 3,5-мм. Не самый лучший, но как альтернатива, особенно за эту стоимость пойдет. Есть у нас мини-USB, USB-кабель для подключения к компьютеру и зарядки. Есть сетевой адаптер, то есть можно подключать с USB-шных портов. И можно, естественно, подключать и, например, в сетевую, то есть розетку, то есть играть как на обычной консоли. Есть у нас такой вот переходник. Этот переходник нужен для подключения консоли к телевизору. Чтобы играть на телевизоре, например, вдвоем, потребуется покупка дополнительных джойстиков. Они уже, кстати, появились в России и хорошо доступны. Хотя на Яндекс.Маркете, когда я изучал отзывы и мнения покупателей, то есть люди писали, что проблема купить джойстики. На самом деле они есть в магазинах Мега, Ашан и многих других. То есть найти, я думаю, если есть желание, будет не проблема, не так дорого на самом деле они стоят. По габаритам консоль весит не так много, где-то 150 грамм, то есть она легко и невесомо в руках. Выполнена она из пластика, где сочетание черного и желтого пластика, оранжевого. По элементам сверху у нас разместился индикатор работы, здесь мини-USB порт, здесь выход на телевизор, слот для карточки, карточку нужно покупать отдельно. Здесь регулятор громкости, снизу выход на наушники, здесь кнопка включения,
по бокам. Здесь у нас вот с одной стороны есть для ремешка зацепик и по кнопочкам. То есть сверху кнопка меню, здесь старт, здесь индикатор проседания батарейки, не самая, к сожалению, информативная вещь. Здесь вот решеточка динамика, четырехпозиционный джойстик и сразу 6 кнопочек для управления. Это очень хорошо, то есть, что здесь 6. Обычно на тех портативных консолях, о, не на портативных, а на настольных консолях, которые сейчас создаются, естественно, они к Sega очень часто не имеют никакого отношения, то есть это сторонние производители, и зачастую они делают все это дело без лицензии. Здесь этого нет, то есть у нас 6 кнопочек, и поиграть, например, в игры Batman или Mortal Kombat можно будет в полной мере, то есть сделать комбинацию. Включить консоль несложно, и сразу перед тем, как включать, хочу рассказать о карте памяти. То есть дополнительные игры мы устанавливаем через карту памяти, то есть напрямую в память зашить будет нельзя. Связано это с тем, что здесь только 5 мегабайт для хранения данных, и они фактически задействованы полностью на 20 игр, которые здесь установлены. 64 килобит у нас оперативочки, и процессор стоит Motorola 6000. 68 тысяч, у него рабочая частота 7,61 МГц, цифры такие сейчас уже даже немного неудобно говорить, то есть это фактически мало, но, естественно, 16-битные игры это хватит. Аккумулятор хватает примерно на 10 часов автономного работы, то есть в этом плане все отлично. Включить несложно, нажимаем ON, OFF, нас встречает экранчик, занимается всем этим, естественно, это Games, и здесь у нас вот игры по умолчанию, тут Alex Kidd, вот национальный типа Марио, есть стрелялки. То есть из знакомых лично мне игр с того времени. Здесь вот есть Эко про дельфина. Ну, естественно, эти игры мы уже переросли. Думаю, вы тоже. Есть, естественно, традиционный Соник. Именно в Соника я играл один из вечеров. Соника 2002 версия. Есть Шиноби. Есть даже Golden Axe. То есть времена Конана Варвара. И, то есть, если вы не хотите довольствоваться тем, что здесь есть, и играть так и будет. То есть нажимаем переход в Firecore. Здесь у нас идет считывание с карточек, и вот есть минус, к сожалению, возможно, связано с особенностью, то есть как вот называется ваш образ биновский, так и будет называться в игре, то есть нужно будет вспоминать и запоминать, какие действия. Давайте, допустим, например, первую игрушку, игра запускается, она, то есть не останавливается память, каждый раз она будет заново считываться. Встречает нас надпись Sega, это игра Battletoads, надеюсь, вы эту игру помните, возможно, знаете, одна из крутых игр на Денди и Сеге. Именно в эту игру, кстати, и Double Dragon еще есть, тоже неплохая, но здесь вот они совмещены у меня, то есть громкость максимально достаточно для самостоятельной игры, просто не дает то, что батареечка садится. На самом деле, я тоже делаю 2-3 вещи, так что выбираем лягушечку, экран здесь 2,8 дюймов, разрешение у него 360 на 240 пикселей, это LCD-дисплей. Ох, нас сейчас, походу, снимут. Ох, сняли. Тяжело. Ох, я забыл, нас снимут. То есть, привыкать вполне можно, то есть, вполне играть на все это дело. Ох, почти завалил нас. Естественно, все кадры, которые присутствуют. Ох. Все коды, которые работают на Sega, будут работать здесь, то есть читерить можно. Как это. Ох, он достаточно умный. Завалил все-таки. К сожалению, относительно минуса можно считать то, что нет возможности сохранения прогресса. То есть, если вы где-то остановились, нужно будет у нас повторно проходить игру. Если вы случайно нажали, сила батареечка контролирует этот момент. То есть можно потерять сохранение. Но, по-моему, есть даже флинт, ну, то есть это я установил несколько игр, чтобы протестировать. Вот, нас опять взяли. Вот такой момент. То есть уходим также в меню. И давайте запустим еще парочку игр.
По ощущениям, консоль легко держится в руке, усталости нет, нагрева корпуса нет, собран корпус на отлично, скрипа и люфта деталей не наблюдается. Игры фактически здесь бесконечны, то есть можно установить, во-первых, все, что есть. Вот Battle City, например, танчики. Ну, танчики, я думаю, даже так. И хотя все эти игры, естественно, есть у нас уже на телефоне, на смартфоне портированы, там эмуляция, но все-таки получить именно того наслаждения, которое дает у нас консоль, которую можно делать в руках. Ну, я думаю, что, возможно, конечно, не каждый поймет. Ну, блин, это реально кайф. Танчики, естественно, можно поиграть и по телевизору с друзьями. Это единственное, что каждый раз чит не идет сразу, игры не сохраняются у нас на приставочке. Double Dragon традиционный есть. Но по играм я говорю вам, реально, то есть можно все скачать необходимо. Подключаться сюда можно два джойстика. Джойстик также RF джойстики. Есть Pac-Man. То есть в плане игр здесь, ну, 20 игр, которые есть, там, мне кажется, только Sonic. Отлично, мне интересно. Ну, так, пару еще игр. Для кого будет интересна эта консоль? Во-первых, для тех, кто помнит те времена, когда появились эти консоли, то есть поиграть вполне интересно. В дороге также она будет интересна. Игры необычные. Если вам надоели игры на телефоне, то есть я думаю, что это также будет вполне заслуженно. Кстати, вот легенда, которая появилась на консолях, это Mortal Kombat. Здесь он также работает, все на отлично. То есть и комбинации, и фаталити, все можно делать. Играть можно также вдвоем. Люди также есть любительский форум, там люди сами активируют дополнительные игры, переводят. И многие игры, которые раньше мы играли на китайском, сейчас можно сыграть на русском и узнать, что же там все-таки говорим. На видео не получается, на самом деле я уже проходил эту игру. Вот такая у нас получилась консоль Sega Mega Drive Gopher Wireless. Консоль отличная, серьезной претензий к ней нет. Эта игрушка получает у нас награду хит. Выбор редакции megaobzor.com. Надеюсь, этот обзор был вам интересен. Всем спасибо и пока-пока, до встречи в эфире.